коучинговая студия позитивного мышления и силы позитивной мысли Татьяны Салмановны Мактум Сайфуди. Занимаюсь такой волшебной уборкой в моей квартире. А вы уже успели сделать уборку, очистить дом 8 апельсинами по системе Натальи Борисовны Правдиной? Какие сегодня книжечки в моей волшебной сумочке? Пойдемте вам покажу. А также прочитаю отрывки из одной из книг. А у меня книжка здесь такое волшебство. Да. О, такой медальон. Ах, это волшебство. В сфере услуг с наличным счетом. Формулы денег. Эх, Библия счастья. Самая. Ну что, продолжаем читать. Заповеди счастья я уже вам читала в одной из моих программ.
может быть, отрывки, все отрывки я просто прочитаю. В чем секрет изобилия? Это страница 11. Жизнь ваша – величайшая драгоценность в сокровищнице Бога, а Бог – драгоценность сердца человечества. Богатство внутри вас безгранично, а изобилие вокруг вас неистощимо. Мир достаточно богат, чтобы каждый стал богатым. Поэтому чем больше даете, тем больше получаете. Но не вините себя за богатство. Счастье стоит у порога вашего дома. Откройте свои мысли изобилию и превращайте все в золото жизни. Блаженные, нашедшие сокровища в себе. Как жить в свете? Пейте из каждого мгновения жизни. Ибо непрожитая жизнь порождает печаль. Вот где это я читала. Я об этом тоже в одной из моих программ говорила. И знайте, что внутри то, что и снаружи. Мрак мира от мрака в сердце. Человек – это семя солнца. Счастье – это восход солнца. Богосозерцание – это растворение в свете. Просветление – это сияние тысячи солнц, блаженные, жаждущие света. Какой путь к счастью? Счастливы благодарящие, счастливы умиротворенные, счастливы нашедшие рай в себе, счастливы принимающие дары с радостью, счастливы ищущие, счастливы пробудившиеся, счастливы взымающие голосу Бога, счастливы исполняющие слово свое предназначение, счастливы познавшие единство, счастливы изведавшие вкус богосозерцания, счастливы, пребывающие в гармонии, счастливы, прозревшие красоту мира, счастливы, открывающиеся солнцу, счастливы, текущие как реки, счастливы, готовые принять счастье, счастливы, мудрые, счастливы, осознавшие себя, счастливы, возлюбившие себя, счастливы, восхваляющие жизнь, счастливы, созидающие, счастливы, свободные, счастливы, прощающие. В чем смысл жизни? Жизнь – это путь, цель и награда. Жизнь – это танец любви. Ваше предназначение – расцвести. Быть – это великий дар миру. Ваша жизнь – история Вселенной, и поэтому жизнь прекраснее всех теорий. Относитесь к жизни как к празднику, ибо жизнь цена сама по себе. Дальше идет расшифровка различных понятий. Sunlight пишет об этом. Вы звезды.
14 страница, книжечки «Библия счастья», «Санлайт», там «Тайны совершенной жизни и изобилия», «Учения и методы храма Соломона». «Глядя на небо, вспоминайте, что вы тоже небо. Глядя на звезды, знайте, что звезды внутри вас. И точно так же, как вы внутри неба, небо внутри вас. Постепенно все ваше видение изменится. И в этом новом видении мелочные проблемы становятся смехотворными. Мы все несем внутри себя звезду бесконечной красоты. Мы звезды. Конечно, мы окружены густым туманом и облаками. И если вы посмотрите со стороны, то не сможете обнаружить никаких звезд. Цель медитации состоит в том, чтобы проникнуть сквозь эти темные облака, что окружают вас, и достичь центра, где есть вечный свет, где жизнь. Это пламя радости, блаженства, необычайной красоты. Ощущение этого внутреннего пламени есть ощущение божественного света. Путешествие тяжело, но если стоит, но его стоит предпринять, и оно тяжело только в начале. По мере того, как вы привыкаете к путешествию в неизведанное, к свободе неизвестного, а к трепету неизвестного, это больше не тяжело. Тогда каждый момент погружения вглубь себя наделен такой драгоценной красотой, пишет Санлай, такой изысканной радостью, таким великим ликованием, что вы готовы пройти через любые испытания. Вы готовы даже умереть за это. Поэтому это теперь вы знаете, потому что теперь вы знаете, что даже смерть – это не смерть. Ну, интересно написано. 15 страница. В каждом из вас Вселенная. Полностью я читать не буду, страница 17, просто я это публиковала, такой отрывочек, это было то ли как-то переформулировано у Светланы Ермаковой и у Натальи Правдиной, в книге было очень интересно написано, я так понимаю, может быть, Наталья Правдина здесь прочитала, у Санлайта. Только тогда, когда вы вступаете в интимные взаимоотношения с жизнью, она откроет вам свое сердце. В этом самом открытии вы приходите к познанию истины блаженства и божественности. Давайте еще раз вам почитаю. Это отрывочек «В каждом из вас Вселенная». Только тогда, когда вы вступаете в интимные взаимоотношения с жизнью, пишет Санлайт на 17 странице книги «Библия счастья», она откроет вам свое сердце. В этом самом открытии вы приходите к пониманию... давайте еще раз. Только тогда, когда вы вступаете в интимные взаимоотношения с жизнью, она откроет вам свое сердце. И в этом самом открытии вы приходите к познанию истины, блаженства, божественности. Так что вот. Погрузите ум в сердце. Спрашивайте свое сердце. Слушайте через свою любовь. Я читаю под заголовочки. Жизнь – танец любви. Жизнь – это путь цели награда. То есть то, что здесь перечислялось, здесь оно расшифровывается дальше в этой волшебной книжечке. Просто жемчужины, правда? Жемчужины – просто истины. Жемчужина истины. В общем, как говорится, да-да, без выходных, в общем, здесь работают. Задания практически уже закончили здесь. Закончили, да, все такие, знаете, эти работы, строительные работы. Как все успеть? Как все успеть? Сегодня Наталья Борисовна Правдина загрузила, вернее, помощники загрузили на ее канал Ютуба практику очищения дома
апельсинами. Вот, я это видео загрузила уже на мою страницу ВКонтакте. Татьяна Салманова через дефис. Мактум Сайфудин через дефис. А вы успели уже воспользоваться этой техникой? Кстати, эта техника, да, она еще в 2004 году на своих видео говорила об этой технике. Я, кстати, делала очищение этими апельсинами, как она советовала в этом видео, вот этой моей квартиры, в 2004 году. Или в 2003, ну, в 2003-2004 году. Так что вот. Ну, вообще, у нас же ни одной минуточки даром не проходит. Вот. Я уже успела с утра рано встать. Огромное количество уже загрузила моих видео. Делаю такую подборочку красивых моих видео. И на моей странице ВКонтакте, и мою на канале Ютуба. Вот. Вы можете их посмотреть на моей странице ВКонтакте, которую я уже озвучила. Сходила уже в магазинчик. Даже в два магазинчика. Сделала покупки. Мужская одного такого ресторан La Cafe de Beauty. Спа. Ну да, спа. Так что пришла, покушала, приняла душ, успела еще отдохнуть, поспать. И занимаюсь уборкой в моей волшебной квартире. Перестановка, как вы успели, наверное, заметить. Так что... Это моя программа творческая. С вами я, Татьяна Салмановна, Мактум Сайфудин. Да, кстати, еще хотела такую ремарочку к вчерашнему моему видео. Я там платежечку озвучивала по ЖКХ. Вот. И сегодня я просто по электричеству получила платежечку за мою квартиру. И просто я удивилась пару месяцев назад, почему счет увеличился больше, чем в два раза. Оказывается, они включили теперь в платежку за электричество. Там где-то 600, около 600 рублей коммунальный, короче, ремонт дома. Ну да. Это очень странно, конечно. Они в эту платежечку, помимо электричества, они включили еще за капитальный ремонт дома 600 рублей. Поэтому в два раза и увеличилась сумма платежа за электричество. Ну, это по среднему. Так что вот. Ну что, давайте дальше. Давайте не будет такая немножко такая ремарочка, такие отвлечения, такая, в общем, такие ситуации. Вот. В общем, ладно, убирайте. Мужчина, давайте убирайте. Здесь должна это, может быть, инкасса. Мне нужно как-то вдохновиться. Как-то буду вдохновиться, в общем, инкассаторской машины. А вы поставили туда вот этот вот, как там, трактор, что это такое? Прям вот это вот, я тут наслаждаюсь погодой, природой. Сегодня такая погодка в Санкт-Петербурге, ну, градусов 17, хотя с утра очень такая, было так жарко, в общем, солнышко. Ну, сейчас так немножко, ну, шикарно, совершенно шикарная погода, вот. Жизнь – танец любви. Человек, обладает потенциалом для того, чтобы стать песней любви, танцем любви, но очень немногие трансформировали свой потенциал в нечто действительно существующее, прекрасное. Вот он уже уезжает. Ох, мужчина, ну вас благодарю, мужчина. Мужчина уже уезжает, да, или, по крайней мере, он разворачивается, потому что там вот, прям вот не надо, или он еще будет что-то там делать, или у него еще не весь, или у него будет еще шуметь, мужчина, ну как же так? Я думала, он уже уезжает, а он не уезжает. Нет, у него еще, наверное, так, это еще рабочий день. Ну, они, наверное, работают, знаете, вот это вот. Есть работа, а что им, они без выходных, то есть, получается, это частное, да? Наверное, все-таки, хотя нет, знаете, ремонтники дорог, там, или что-то, какие-то трубы, они дают по выходным. Ну, мужчина уезжает, ну, хорошо. Мужчина уже уезжает,
Ну, в общем, Натан уезжает. Ну, великолепно. Великолепно. Мужчина уезжает на тракторе. Трансформация. Ну, вообще, знаете, трансформировать, знаете, вот этот негатив в позитив по Сен-Жермен. То есть про Сен-Жермен я пока не прочитала, что пишут. Ну, в общем, вот так, вот смотрите. Человек обладает потенциалом для того, чтобы стать песней любви, танцем любви. Но очень немногие трансформировали свой потенциал в нечто действительно существующее и прекрасное. Люди рождаются как семя, и почти все умирают семенами. Их жизнь остается ничем иным, как длинным неудачным экспериментом. Так ничем и не завершившимся. Многие ходят в храмы, синагоги и церкви только из страха, не из любви. Старые люди ходят чаще, потому что они стали больше бояться смерти. Они идут в церковь, идут в храм не потому, что познали нечто необычайно ценное в жизни, но потому что жизнь ускользает из их рук, и надвигается огромная пустота смерти, и они боятся, они хотят, чтобы кто-то защитил их. Пишет Sunlight на 23-й странице. Теперь они знают, что не смогут взять с собой свои деньги, что не смогут взять с собой своих друзей, семьи, оставят их. Отчаявшись, они начинают цепляться за ритуалы верования. Но это происходит не из любви и благодарности, а Бог, рожденный из страха, это фальшивый Бог. Истинный Бог, Бог, рожденный из любви. Ну так вот пишут. Внутренняя алхимия направлена на то, чтобы сделать путь к изобилию доступным для всех, чтобы вы шли к Богу не из страха, чтобы вы могли пойти к Богу через переживания красоты и творчества, пишет Sunlight. Через переживание любви. Ну да. Ох, ну да, как я вспоминаю этого мужчину, Акбар, как он говорил, через любовь я познаю жизнь. Так что вот, вот такой Акбар, такой мужчина Акбар, ох, такой восточный, симпатичный мужчина. Через любовь он познает жизнь, он имел в виду женщину, представляете? Через любовь к женщине он познает, в общем, как-то вот так. И когда человек идет через эти переживания, он достигает необычайного общения с Богом, общения, которое преображает. Это через переживание любви. Одной минуты такого живого общения с Богом достаточно, вы никогда больше не будете прежними. Переживание любви тоже каждый может по-своему понять. Но здесь так вот написано, через переживание любви, не из страха, но чтобы пойти к Богу через переживание красоты и творчества, через переживание любви. Мы – это семена. Но было бы несчастьем, если бы мы умерли семенами. Мы должны стать цветами, мы должны высвободить аромат. Только тогда наступит удовлетворенность. Дерево удовлетворено, когда оно цветет, когда весна приходит, и дерево высвобождает, извивает, изливает свое сердце в цветы, в аромат и в радость. Как вообще говорит Светлана Ермакова в одной из своих передач, знаете, вот это вот, как там вот, некоторые размножаются, знаете, вот это вот, размножать себя через свое творчество, через свою деятельность. Очень такая интересная вообще такая позиция. Правильно я сказала? Ну, как-то так, думаю, дочь. Когда дерево танцует на ветру, на солнце, оно удовлетворено. Осознайте свой огромный потенциал относительно своих безграничных возможностей, высот, которые вы можете достичь, глубин, в который вы можете проникнуть.
ваши высоты выше, чем Гималаи, глубины глубже, чем Тихий океан. Если вы знаете свои высоты и свои глубины, жизнь становится ничем иным, как благодарностью. Бог дал вам так много. Он излил свою созидательность в ваше бытие. Он сделал вас такими богатыми, такими неисчерпаемо богатыми, а вы живете как нищие. Человек рождается только как возможность. Он обладает великим потенциалом. Но помните, что потенциал – это только потенциал. Он должен быть трансформирован в реальность. Он должен быть реализован. И нужно приложить великое усилие. Это трудная задача. Вы должны быть усердными. Вы не можете достичь блаженства, только надеясь на него. Просто желания недостаточно. Вы должны приложить всю свою энергию для выполнения этой задачи. И это великое достижение жизни. Следовательно, для этого нужно все ваше усилие. Меньше не сработает. Да, как интересно. В общем, как-то мужчины как-то так и сразу, как и никого, там уже разошлись. Ну, уже рабочий день закончил, он целый день с работы, уже разошлись. Так что вот. Чистота должна быть и внутренняя, и внешняя, и, конечно, дома должна быть чистота, порядок. Еще забыла сказать, еще сегодня мусор вынесла, да. Так что вынесла мусор, занимаю такую горочкой, вот, передвигаю, мебель передвигаю, красиво оформляю одежду, сейчас буду разбирать одежду, вот, готовить себе такой ужин, как в Париже. Так что вот такие вот дела. Ну что, смотри, какая сумочка, трансформер из моей коллекции, prosper.ru. Кстати, кому нужен котенок, как я сегодня видела объявление на магазинчике, перед тем, как войти в магазинчик Семишангов, слева висит объявление. Там такой немножко подросший котенок, отдают котеночку очень хорошего, добрые руки. Так что, если вам нужен котенок, вы можете вот посмотреть это объявление и взять котеночка. Так что вот.